Всемирный конгресс татар – это межрегиональная общественная организация с центром в Казани. Она призвана объединять татар по всему миру, содействовать культурному, социально-экономическому и духовному развитию татарского народа, а также укреплять единство и дружбу всех национальностей. В Курганской области есть свой конгресс татар. Алексей Кокорин отметил, что Зауралье – многонациональный регион, где сохраняется межэтническая стабильность. Татарской диаспоры, она одна из самых многочисленных в Курганской области. У нас, можно сказать, два муниципальных образования, два района имеют чисто такой национальный признак. Это Альменевский, Сафакулевский район, где в основном проживают татары, но и, естественно, башкиры. Без наших братьев тоже никуда. Поэтому я убежден, что правительство области сделает все возможное, чтобы вот наши конструктивные взаимоотношения впредь продолжались. Представители Всемирного конгресса отметили, что в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и Татарстаном деловые отношения двух регионов активно развиваются. К примеру, более 200 человек в прошлом году посетили столицу Татарстана – Казань. Зауральские дети продолжают отдыхать в лагерях, где изучают татарский язык и национальную культуру. Сотрудничество, налаженное в сфере образования. Так, в прошлом году Альменевская и Юлдусовская школы подписали соглашение со школами города Зеленодольска, Республики Татарстан. В Зауралье постоянно проходят масштабные национальные праздники. Представители Всемирного конгресса татар обратились к губернатору Алексею Кокорину с просьбой поддержать ряд их инициатив. В частности, увеличить количество уроков татарского языка в школах. Алексей Кокорин подчеркнул, что правительство Курганской области и впредь будет поддерживать татарскую общину, а также развивать новые направления сотрудничества между Зауральем и Татарстаном. Михаил Котельников, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».